Всем доброго времени суток. Вот такой бутуз у меня сегодня в дрессировке. Как видно, это щенок американская акита. Ему 4 месяца. Вот, я его называю акитенок. Партнер мой Жека смеется с этого. Вот, почему-то ему очень зашло это. Бытует такое мнение среди кинологов и среди просто собаковладельцев, что собаки такого типа, я имею в виду шпицеобразные, по ОФЦИ примитивная группа пород, лайкообразные собаки, вот, плохо дрессируются. И отчасти это, конечно же, так. Вот. Скажем так, на протяжении веков формирования этих пород они не были так плотно связаны, как пастушьи, допустим, породы и охотничьи породы, ну, какие-нибудь легавые, вот, настолько плотно с человеком, вот, либо, вот, немножечко они обладают, конечно, самостоятельностью, но, тем не менее, на всех своих видео я все время говорю, что дрессировка начинается с мотивации. Вот, не создав мотивацию, либо не выявив ее доминирующую, то есть игра это, еда, вот, поглаживание, похвала, вот, не выявив, что является для собаки мотивацией, либо, допустим, не создав, если у собаки слабая мотивация в принципе, не нужно начинать заниматься дрессировкой, сразу идти куда-то искать каких-то дрессировщиков. То есть развить мотивацию и выявить ее у щенка вы можете самостоятельно. То есть мотивация основные, это, конечно же, пищевая и игровая. Вот. Но, как правило, игровая мотивация у шпицеобразных собак слабая. Вот. То есть охотничье поведение у них немножко притуплено. Вот. Но не всегда. Вот, но пищевая вполне себе может быть, вот, социальное поглаживание, похвала тоже нормально воспринимаются, вот, и уже щенку не нужно отходить там на прогулки от вас куда-то и заниматься своими делами, то есть займитесь этим, вот, постоянно хвалите, меняйте интонацию голоса, пробуйте разное лакомство для собаки, вот, и подход к любому щенку всегда есть. И любую собаку, я повторюсь еще раз, обязательно нужно дрессировать. Тем более вот таких акит, хаски, маламутов, лаек, конечно же, охотничьих. Всех их нужно дрессировать. Все они должны подходить по команде, не подбирать ничего с пола, вот, ходить рядом на провисшем поводке, оставаться на выдержке и так далее. Сейчас покажу немножко, чем я занимаюсь с этим щенком. Да, акита, акитенок. Да, рядом. Супер. Рядом. Да, супер. Да, отлично. Отлично, рядом. Да, молодец. Ай, молодец. Да, молодец, хорошо, молодец, хорошо, молодец. Ай, бутуз. Ай, бутуз, бутуз, бутуз. Ай, бутуз, бутуз, бутуз. Ай, бутуз, бутуз. Така-така-така-така. 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 Оп. Да. Вот, как видно, у этого щенка достаточно уже, я с ним занимаюсь чуть больше недели, достаточно уже сформировалась неплохая пищевая и социальная мотивация. Он радуется, когда я ему пищу, когда меняю интонацию голоса. Достаточно активно ходит за кормом. Вот, и я ему не запихаю, вот он добывает корм, смотрите. Вот, поэтому вполне себе собака перспективная для дальнейшей дрессировки. Вот.
чем и будем с ним мы заниматься. До новых встреч!